Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед вами телефон Redmi 9A. Сейчас я покажу, как обойти блокировку телефона Google. Да, то есть вы сделали полный сброс, и он просит у вас все равно висит какой-то пароль до Google аккаунта, либо же старый пароль. В общем, как это обойти? Ну, вначале вам нужно будет сделать полный сброс телефона. И вот он на этапе полного сброса сейчас, да, но если вы уже подключились к сети Wi-Fi, нужно будет еще раз сделать полный сброс. Либо же просто уйти с того места, где у вас ловит Wi-Fi, или вытащить сим-карту с интернетом. У вас не должно быть интернета просто, вот. Далее, выбираем язык, который будем использовать. Нажимаем «Далее». Выбираем страну. Он просит подключиться к интернету, мы просто нажимаем «Пропустить». Нажимаем «Я прочитал». Мы просто не подключаемся к интернету, и он не узнает, что у нас заблокирован телефон. Идем далее. Принимаем. Нажимаем только блокировка экрана, это обязательно. И нажимаем графический ключ, это обязательно. Рисуем какой-то новый пароль. Далее. Выбираем тему. Далее. Настройка завершена. Загрузка приложений. Оба-на! И он тут вам говорит, что вход не выполнен. Нужно настроить телефон с Wi-Fi и по-человечески. Вы такие, ну хорошо, такие, типа, не вопрос. Выбираете страну, делаете, идете дальше, дальше. Но теперь уже к Wi-Fi подключаетесь. Подключаетесь к Wi-Fi. Нажимаете подключить. Идете далее. Далее. Пропускаете сим-карту. Идете далее. Не вставляете сим-карту. И вот он говорит, что нужно ввести графический ключ. Но мы не будем вводить тот графический ключ, который мы забыли, а введем тот, который только что придумали. Он подумает, что это действительно он. То есть мы создали графический ключ, все это уже можем пропускать. Мы создали графический ключ, правильно? Потому что прошли дальше. И он записался в кусочек памяти, где хранятся графические ключи, а тот удалил, потому что там есть место только на один графический ключ. Ну, либо же на один пин-код, на один пароль. Неважно. И в этом кусочке памяти он перезаписался. То есть, да, графический ключ, как будто его поменяли. А на самом-то деле, мы просто действительно заменили старый пароль новым. Старый мы забыли, а новый. Вот и все, ребят. Можно уже проходить себе дальше. Там уже, как вы видите, можно все пропустить. Это просто может продлиться достаточно долго. Вот, давайте классика, далее, далее. Настройка завершена, готово. Сейчас он опять что-то меня попросит. Давайте еще секундочку подождем. И все, ребят, можно пользоваться устройством смело. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.